Всем здорово, мужики! Это мой новый ролик на моем YouTube-канале. Сегодня я решил залететь на гифт-дропчик. У меня на бальке 22 111 рублей. Этот баланс у меня остался с прошлого ролика. Мы там подняли плюс 7000 рублей за один ролик. Мне там прям хорошо везло, почти все новые кейсики меня купали. Ну и в принципе, у меня была теория, и она, в принципе, до сих пор сохраняется, причем она на всех сайтах работает. Что чем дольше не заходишь на сайт, тем лучше он выдает. А я, если не брать как раз прошлый ролик, не катал на гифт-дропчике уже месяца 2-3. И как раз он мне хорошо выдавал. Сегодня, надеюсь, эта тенденция продолжится, и он просто меня будет окупать хорошо. Итак, мужики, напоминаю, все, кто хотят покатать на гифт-дропчике, вы можете при пополнении ввести этот промокод и получить плюс 40% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего, с киваса, карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей, на балике получили 1400, вы со старта будете в хорошем плюсе. А также вы получите 30 токенов событий, вы их можете потратить, вот сюда нажать участвовать, и вот здесь пооткрывать уровни и повыбивать халяву. Я вот вне ролика открывал один уровень, и мне упала эта наклейка. Она стоила вроде около 500 или 600 рублей, но на халяву тоже приятненько. А также у них есть такая тема, как кейсопад, можете почитать, как это работает. В общем, за депы вам дают открыть бесплатные кейсики. И еще вы можете их, во-первых, в кейсопаде открыть, а во-вторых, открыть еще вот эти бесплатные кейсы, они тоже даются за депы. Короче, двойная халява. Ладно, полетели сейчас со старта, откроем сезонные кейсы. Давайте вот осенний кейсик, попробуем 5 штучек на 2992 рубля. Посмотрим, как вначале нам гифт-дропчик будет выдавать. Так, статрек по 2000 пистолет, МПД. Ну, кстати, как будто дерьмо, по ощущениям, так себе, да, 1100 рублей, это прям слабовато. Давайте еще 5 штук попробуем, может, со второго открытия будет что-нибудь нормально. Давай, 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 родной. Ну, вот сюда Нубиса, статрек, АВП, горячий. Вечные грезы, еще статрек древесная гадюка, вроде нормально. Да, 4200, отлично, еще много выбиваем этих токенов. Давайте еще 5 штук. Давай, давай, давай. Так, сутану, не, статреком, ну, вот этот статреком, ну, вообще дерьмо полное. 2020, но мы до хрена токенов выбили. Может быть, мы можем уже открыть следующий уровень, 25, а надо 30, мне еще не хватает. Хорошо, а если попробовать какой-нибудь Азимов кейс, 3 штучки на 3000. Так, статрек зубная фея, сланец и еще статрек зубная фея. Ну, что-то как-то, да, 2500, еще 3 давайте. Из Азимова кейса ни одного Азимова не выбить, это как-то печально. Давай, 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 статрек. Ну не, ну опять азимов, не, азимов нету. Я хочу азимов выбить. С азимов кейса я хочу выбить азимов. Пожалуйста, еще 3 штуки. Так, оранжевая ноли, статрек поджигатель МАК 7. Ну, кстати, дерьмо вроде, да? Ну... О, нет, чего? Статрек оранжевая ноли стоит 11 тысяч рублей. Мы не выбиваем из азимова азимов кей. Ой, мы не выбиваем из азимова кейса азимов, но при этом выбиваем юсп, который стоит 11, мать его, тысяч рублей. Мы продаем, и на балике уже почти 30-ка. Слушайте, ну приятненько, прям очень приятненько, я бы сказал. Так, хорошо, мы сейчас снимаем ролик на YouTube, то надо открывать YouTube кейс. 10 штучек на 1500 полетели. Давай, давай. Так, гречечные грезы, статрек подразделения Галил какой-то. Ну, кстати, если честно, дерьмо, да, ну да, 700 рублей. Ну ладно, давайте еще 10 штук попробуем. Так, статрек Галил Вандал, горячечный, перестрелка, ну что-то как-то 1019 рублей. Так, хорошо, у нас зато поднакопились токены, давайте с них заберем халяву, вот этот уровень открываем, и не падает. Наклейка колдира металлическая, а сколько она стоит? Она, а, 2300, бля, я думал 23 тысячи, я что-то увидел 2-3, а потом думаю, колдира металлическая, ну типа историческая наклейка. 2300, правда? Почему 2300? Ну ладно, продаем на палике 28 тысяч. Не, в любом случае приятно на халяву 2300 выбить, так-то я оборзел. Ну просто вот на колзере металлической как будто дороже должно быть. Ладно, давайте попробуем изи нож, 3 штучки на 2200. Может нам сейчас ножик упадет, кто знает. Как будто не. Я что-то думал, аристократ как будто может перелететь, но не-не-не. К сожалению, нет. Еще 5 штук на 3700. Давай, давай, самые боссаны можно. Не выдает. Ладно, давайте попробуем из всего, что нам выпало, сделать контрактик на каком-нибудь жестком левле. Hard X10, создать контракт, полетели. Что падает нам? 8400, найс! Подождите, а наклейка Рокс золотая будет стоить... Я не понимаю, как это работает. Так, давайте ее продадим. На балике уже 31 819 рублей. Вот прям вот мне нравится гифт-дропчик. Можно он мне всегда так будет выдавать? Давайте сейчас попробуем какой-нибудь кейс элиты. 5 штучек на 4400. Давай, давай. Так, ну прощально... Не-не-не. Вот это... Хотя дигл кровавого паутины неплохо, но вот все остальное так себе. Да, 2000 давайте продадим. Ну пока, идем максимально хорошо. Уже подняли плюс 7000 рублей к балансу за сегодня. Но можно еще жестче. Я знаю, гифт-дропчик, он может выдать еще лучше. Давайте, пиратский кейс, 3 штучки на 5900 рублей. Так, тут мне падает МК рентген, вот неплохо. А вот эти два, мне кажется, дерьма, да? Ну да, 3071. Так, хорошо, а если нашу эмочку запульнуть в апгрейдик, попробовать что-нибудь, maybe за 8000 выбить. Оно как-то странно работает, ну ладно, 8000.
Так, перчатки у меня есть. Что можно вообще такой себе крутой попробовать выбить? Можно, кстати, может быть, вот эту вот наклейку Титан попробовать выбить и поставить на вывод. Конечно, это не голографическая наклейка, она не стоит миллионы рублей, но все равно за 8400 такую наклеечку в инвентаре иметь как будто прикольно. И потом она еще в будущем, скорее всего, будет расти в цене. Да, давайте ее попробуем выбить. Если получается, то ставим на вывод. Но вроде как ни хрена. Получается! Мы все-таки выбиваем эту наклейку, запрашиваем ее с маркета. И я надеюсь, сейчас эта наклейка есть на кейс-маркете. Потому что если мне дадут замену, будет неприятно, я все-таки хочу наклейку. Так, и пока идет вывод, у нас тут 15 минут, можно пооткрывать другие кейсики. Как бы наклеечку Титан уже поставил на вывод. У меня, если что, в телефоне придет уведомление, да, когда мне закинут трейдик. И будем надеяться, то, что эта наклейка есть сейчас на кейс-маркете. Кстати, а, нет, это уведомление не от Стима было. Так, давайте сейчас гламурный кейс попробуем. 5 штучек на 5900. Так, тут мне падает дух воды, МАК-10 дискотехника, реактор, ну, что-то как-то 3200, ну, неплохо, но можно лучше. Давайте еще 5 штук. Так, МАК-10, реактор, ну, ну, опять дерьмо падает. Не, ну, с учетом того, что мы вывели 8000, пока мы все равно в хорошем плюсе, но хочется быть еще более жестким. Давайте кейс Габена попробуем, 3 штуки на 6000. Давай, давай, Габенчик, можешь ты мне выдавать хорошо, пожалуйста. Так, АОП, но великий демон пролетает, нам 3 дерьма падает. Ну, 3 вот прям вот дерьма падает, 1200. И давайте сейчас чекнем, что там с моей наклеечкой. Может быть, ее уже вернули и типа нету сейчас такого скинчика, ну, такой наклейки. Погодите, где она? Так, да, наклейку мне уже вернули, хорошо, давайте продадим. Давайте тогда попробуем что-нибудь другое жесткое выбить и поставить на вывод. Давайте сейчас откроем, наверное, Элеонора кейс, ни разу его не открывал. Давайте 5 штук на 2400, быстро. Так, отсюда мне падает, но, к сожалению, одно дерьмо. Продадим, давайте еще 5 штук. Может, со второй пачки что-нибудь хорошее упадет. Нет, 767. Ну, что-то как-то вот не идет. Ну, я не знаю, ну что такое-то. Ладно, кейс Габена. 3 штуки на 6 тысяч. Давай. Вот сейчас. Выдавай что-нибудь хорошее, по-братски. 1800. Да не, ну ничего жесткого нету. Давайте еще раз. 3 штуки на 6 тысяч. Ну, давай, давай, родной, ну выдай. 200. Алло, пожалуйста. Ну, что это такое? 1900, меня Габен сливает жестко. Нормально, мне падает Наваха, ворню на стали за 13005 рублей. Наваху, честно, выводить такую не хочу. У меня этих Навах уже было до хрена. Может быть, попробовать сделать какой-нибудь апгрейд. Ну, хотя, если сейчас апгрейдик всру, мы будем в дерьме, мы будем в минусах. Не знаю, я бы какой-нибудь жесткий скин вывел, но ножик я не хочу Наваху. Может быть, попробовать тогда какой-нибудь пиратский. Еще 3 штуки на 6000, он меня сейчас хорошо окупит. Нет, он меня нехорошо купит. Еще 3 пробуем, также на 6000. 1900, 1600, да, ну пожалуйста, ну гифдропчик. Ну выдай, ну ты вначале мне хорошо сыпал. Так, нам падает шмоток на 15000. Чего, дигл 9400, вот этот стоит, правда? Нормально, ладно, меня все устраивает. И вот давайте сейчас с этого дигла попробуем сделать какой-нибудь апгрейдик, наверное, также за 1008. Но пытаться выбивать какие-то сегодня супер раритетные вещи, мне кажется, бессмысленно, потому что их, скорее всего, не будет на кейс-маркете, а если даже будут, то это очень-очень долго ждать вывод. Можно вот такую вот муху попробовать за 8300, мне кажется, прикольная муха, кровь в воде, в принципе, она мне нравится. Давайте, да, ее и попробуем, 49%. Давай, давай, родной, давай, выдавай. Ну, вроде как, да что, просрал, правда? Просираем мы апгрейдик на палике 20 тысяч. Ой, ладно, гламурный. Еще 5 штук на 6 тысяч полетели. Сувенирный-то и мне падает? Это... Не, у меня падает 2900. Кто-то другой выбил там дорогущую просто СГ-шечку. Такая СГ стоит на миллионы рублей. Ну, не миллионы, конечно, но 1010 стоит точно. Еще 5. Ну, а мне выдавать будет сегодня? Ну, пожалуйста. Ну, какое же было хорошее начало видоса. Мы опять выбиваем тычковые ножи ультра, ну уже не Навах, уже ультрафиолет. Если мы продадим, у нас на балике 22 тысячи. Мы вернули наш первоначальный баланс. Неплохо, но все-таки хочу еще выйти в плюс. То давайте сейчас попробуем. Даже вот не обязательно уже, ладно, ставить что-то на вывод. Это можно сделать в следующем ролике. Сегодня просто хочу выйти в плюс. Хотя бы выйти в плюс. Давайте демонический, одну штуку за 3400. 980, сука. Еще одну. 3400, неплохо, но надо жестче. 900, еще одну, ну давай. 11 тысяч рублей, все, мы продаем на балике 27 тысяч рублей, и я предлагаю на этой прекрасной ноте заканчивать видос. Мы сегодня подняли плюс 5 тысяч рублей к балансу. Это в пол, это отличный результат. И на этом уже как раз будем заканчивать. А также, мужики, напоминаю, все, кто хотят покатать на гифдропчики, вы можете при пополнении ввести этот промокод и получить плюс 40% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего, с киваса, картой, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей, на балике получили 1400. Вы со старта будете в хорошем плюсе. И также не забывайте про кейсопад, про бесплатные кейсики. Халявы на сайте много. И также, если вы регаете
Подписывайтесь по моей реферальной ссылочке в описании под видео. Вы лутаете на сайте на гифдропчике $2 на балике абсолютно на халяву, что тоже очень даже неплохо. Можно уже на 200 рублей попробовать что-нибудь выбить. И все, мужики, мы на этом заканчиваем ролик. Всем большое спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал. Не забываем писать какой-либо комментарий. Это сильно помогает продвижению ролика. Я считаю, за такой ролик 100% можно, потому что сегодня у нас какие-то бешеные качели были. То мы почти все слили в ноль, то мы поднимаемся, то опять сливаемся. Но в итоге вышли в плюс. Слава тебе, Господи. Все, парни, всем удачи, всех люблю.